Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о наушниках, которые вы можете купить на Алиэкспрессе. Это наушники, требования к ним основные. Они должны быть недорогими, они должны быть компактными, они должны подходить к медиаплееру и, наконец, они должны подходить для спорта. Что это означает? Эти ограничения сразу отсекают все наушники выше 15-20 долларов. Эти ограничения отсекают наушники с микрофоном выносным. Что нам остается? Есть наушники в ценовой категории до 50-80 центов. Это самые простые наушнички. Ихняя отличительная черта – это очень тоненький провод. То есть сам провод будет кругленький. Приблизительно он будет выглядеть вот такой, вот, пожалуйста, вот такой в сечении. И посерединке, внизу, даже ближе, он будет спаянный вдвойной. Сегодня у меня таких, к сожалению, нету. Вот я бы вам показал. Суть этих наушников в том, что они ужасные. Они очень быстро ломаются, быстро там прорывается что-то, звук в них ужасный. Следующая категория наушников – это наушники около 1 доллара. Вот яркий представитель. То есть здесь уже более толстенький сделан провод. Внизу он совсем толстый. Сейчас покажу для сравнения вверх и низ. Ну, естественно, двойной. Можно пользоваться звук. Звук, в принципе, во всех китайских наушниках будет паршивый. Склеено так себе, в ушах сидит так себе, все время выпадает, для спорта не годится. То есть такие наушнички я себе покупаю как крайний вариант, когда основные наушники вдруг поломались. Интересный вариант – это наушники для спорта, которые цепляются за уши. Вот, посмотрите, пожалуйста, на эти. Их не плюс в том, что у них мягкая средняя часть, то есть то, что прилегает к уху, мягко здесь одевается такая вот поролоночка. Поролоночка очень тоненькая, в принципе, она ничего не решает, но все равно приятно. Вот эти вот дужки заводятся за уши, и достаточно интересно, можно ими пользоваться, можно с ними бегать, заниматься другим любым спортом. Из минусов этих наушников. Поролонка протирается со временем, заменить ее, естественно, ничем не получится, придется выбрасывать. Дужки расшатываются, но с расшатыванием дужек все достаточно просто. Вам надо дужку вытащить отсюда, она вытаскивается, и туда просунуть, одновременно просунуть вместе с дужкой капроновую нитку, ну, либо любую другую ниточку, которая у вас есть, необходимого диаметра. Тогда дужка очень крепко держится. То есть вот что, в принципе, я с ними и сделал. Провод достаточно неплохой у них, до сих пор тьфу-тьфу-тьфу здесь ни разу не рвался. С другой стороны, внизу, естественно, где-то через 2 месяца у меня стабильно все провода прорываются, приходится, вот купил я вот таких вот себе штук 10 переходничков, джеков так называемых, и вручную каждый раз паяю. Это гораздо дешевле, чем покупать новые наушники, учитывая их качество. И, наконец, последний вариант, вот мне буквально подарили их на днях. Вот такие вот наушнички, тоже недорогие. Сегодня их испытывал, бегал с ними. Вот за 10 километров пробежки ни разу из ушей не выпали. Ощущения, в принципе, такие же в ушах, такие же ощущения, как и от этих наушников. Видите, они, в принципе, идентичны. Давайте вам поднесу, покажу. Абсолютно одинаково сделано. Вот это вот основание у них. В принципе, одинаковые резиночки здесь стоят. Все одинаковое. Вот. Но за счет вот этой вот дужки, она достаточно плотно сидит, за счет этой дужки наушники не выпадают и, в принципе, не мешают. И, что самое важное, их не приходится со всей силы впихивать в уши, чтобы они не выпадали. То есть вы их немножечко вставили в ухо, и они там держатся. Пусть чуть-чуть болтаются, но не выпадают. Поэтому, если будете брать и вас интересуют недорогие варианты, вот два варианта. Этих цена ориентировочно 1-1,5 доллара, этих цена ориентировочно 2,5-3 доллара. Спасибо за просмотр. Всего хорошего.